Colossal Dream made possible by Sir Alex Ferguson. Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые болельщики! И до свидания, сэр Алекс! Сегодня последняя домашняя встреча для Манчестер Юнайтед в уходящем сезоне 2012-2013 годов. И сегодня последняя встреча. Во всяком случае, пока он не передумал. Последняя встреча сэра Алекса Фергюсона с его болельщиками и его командой. А также командами, потому что здесь поколениями, слоями. Многие и многие, которые выигрывали под руководством сэра Алекса его многочисленные трофеи. Почти 4 десятка. 38 в качестве руководителя Манчестер Юнайтед. Многие из тех, кто играл под руководством сэра Алекса, сегодня здесь на трибунах. Ну и вообще говоря, сегодня здесь такое ощущение, целый свет. Посмотрите, так Манчестер, так стадион. По-моему, не выглядел еще никогда. И вот так уход из футбола не был ни разу еще, наверное, обставлен. Поднятая вверх табличка, замена. Кто же появится? Неужели сейчас и прямо сейчас Дэвид Мойес каким-то образом мелькнет перед нами? Тот самый тренер, который заступит на вахту 1 июля 2013 года. Пожалуй, нет, это был бы, наверное, драматический перебор. Во всяком случае, вы понимаете, зачем мы наблюдаем сегодня с вами, дорогие друзья. Это не просто встреча предпоследнего тура чемпионата Англии. Это до свидания и спасибо сэру Алексу за...